пойманных летом сазанов, ну и карасиков тоже. Вспомнили, что мы еще шашлычков хотели пожарить, так что придется заехать за шашлычками по дороге. Ну, ты же помнишь, да? Мы вчера договаривались. Сазана сегодня коптишь ты. Пока покупали бант. Ну, точнее, я пытался купить с сыном бант. Нас не пустили в Бахтле, потому что у нас нет QR-кода. Вот. Хотя есть сертификаты вакцинации. Да, ну вот, на злобу дня. Надежда сходила, купила. Карасики, а снизу сазаны. Горячие. Вот такие вот
печальненькие получились. Второй фарватер Волги, обходной. Ох, как здесь четко прорисовался свал. Наверное, будет очень плохо слышно ветер. Но я все равно сниму. Алексеевичем на даче. Закрываем сезон. Закоптили сазанов. Да. Теперь сейчас дожарим купаты и потом пойдем гулять до большого пляжа в воде. Сейчас возвращаемся домой из Иннополис, отвезли Никиту. Сзади мы сейчас видим яркий диск солнца. Сейчас мы снимали до этого несколько минут. Вот сейчас выезжаем на трассу и будем лететь домой.